Здравствуйте, друзья! Вы видите, как потихонечку зеленые насаждения внедряются на нашу территорию. Некоторые уже прикопали, вот кустики вдоль забора, вы видите. Некоторые стоят в горшочках, вот они стоят там, где должны стоять. Сегодня третий день, как ребята работают, но они только по субботам. Вот сегодня третья суббота. Вот так привозят деревья, видите, вот. Побольше пластиковый горшок, поменьше пластиковый горшок. Вот они, вот эти деревья так стоят. Вот наш ручей, река, можно сказать, каменная. И вот вокруг нее там всякое. Скоро зацветет, вообще вы не представляете, что будет. Какая будет красотища. Вот тут деревья, это с бирочкой. Окей. А вот тут у нас лимончик, пожалуйста. Вот в этом месте будет расти лимончик. Вот тут, так я вот, вот. Здесь будет расти лимончик. Только что, вот буквально, вы видите, мокренько. Только что пару минут прошел дождик. Неожиданно. Знаете, солнышко было, все так хорошо. И вот вдруг прошел дождик. Давайте я с другой перспективы зайду. Вы видите, ничего не остается воды. Вот мне говорят, покажите, когда дождь. Не видно, вот так же, как сейчас буквально. Никакой воды нет, все изумительно стекает. Вот лимончик. Смотрите, какой. Да. Так. Ага. Это вот наши будущие поливные сооружения. Регулируют потоки воды. Так. Тут у нас березка прикопалась, видите. Тут многие на березку тут всякие гадости говорили, что она тут все вокруг вообще воду позабирает. Но у нас ее польют специально, не вопрос. Вот это вот ползучие. Вот они ползучие, вот они. Знаете, как расползутся тут, концов не найти. Да, а вот там вы видите такие железные решетки. Вот я не знаю, вам видно, не видно. Вот раз железная решетка, вот за березкой. Дело в том, что когда привезли беседку, ну, в разобранном виде, то вот были такие металлические решетки, которыми коробка картонная была ограничена. Короче, это такие транспортные вещи. Их распилили. Да, ребят, которые собирали беседку, уехали и металл не забрали. Ну, а эти, которые тут, они говорят, а что, мы сейчас ее распилим и прикопаем. Они сейчас за цементом поехали, сейчас они зацементируют в основании и пустят по этому делу дикий виноград. Дикий виноград у нас изумительно растет. Говорят, что в районе Бостона, вот там в Массачусетсе, они вдоль хайвеев высаживают дикий виноград. Называется Boston Wine, да, лоза, бостонская лоза. Вот так, собственно, все и происходит. Вот, вот так. А тут говорят, что вот беседка не попала точно по размеру на основание. Это правда. Дело в том, что планировалось, что все секции одинаковые по ширине, а оказалось, что не совсем. Поэтому пришлось дополнительно там подпорки сделать для стоечек. Вот поди знай, знаете как. По документации такого не было. Да. Вот, собственно, последние новости с нашей стройплощадки. Вот еще пару дней, глядишь, все и закончится.